Всем привет! Сегодня вечером пришли в бар, который называется 55. И здесь огромный выбор пива. Какого здесь пива только нет. Очень-очень большой выбор. Сегодня здесь акция. Нам прям просто случайно повезло. При покупке одного бокала пива, второй в подарок. Бокал пива стоит приблизительно 40-35 шекелей. Это где-то на русские рубли 1500. Сначала мы продегустировали в маленьких вот таких вот шотах. Продегустировали и выбрали себе. Я выбрала себе пиво с апельсином, а дочка выбрала себе пиво израильское, темное, а у меня светлое пиво. Еще к пиву приносят вот такие вот пивные тарелочки небольшие, орешки соленые. Мы еще заказали адамама, это соленые бобы соленые с лимоном. Правда, мы их уже умяли, попробовали, вкусные. Бар этот вот такой вот, красивый, современный. Мы здесь не были уже года 4. Ну как пиво? Вкусное? Мне тоже очень нравится. Вот, сейчас нам еще принесут закуски. Ну вот так, сидим, отдыхаем. Пока наша внучка в джимбуре. Это... Как это по-русски, джимбури? Игровая комната. Да. Да, в Израиле, пожалуй, русский-то забудешь. Приятного всем вечера и нам тоже. Да, дочка?